Ученики 5 школ вместе со своими наставниками в общей сложности 18 человек отправляются в Тверскую область, в Оленинский район. На этот раз не на раскопки и не в экспедицию, а на юбилейное памятное мероприятие, посвященное 70-летию операции «Марс». Сегодня возле памятника Пушка состоятся проводы. Едет группа общественного фонда «Боевой брат» в Тверскую область, Оленинский район, где 14-15 октября пройдут памятные мероприятия 75-летия операции «Марс», где принимал участие именно 101-я и 100-я стрелковая бригада, сформирована у нас в Актюбинске, в Алмате. Вот, мы туда приглашены на эту дату. Вот с нами едут ученики, в основном все ученики. Это трое учеников с города, с Мугаджарского района, 6 учеников, и трое с Мартукского района вместе с руководителями в количестве 18 человек. Помимо памятного мероприятия, ребята вместе со своими наставниками посетят музеи, братские могилы, возложат цветы и послушают о героях войны. Там будут у нас проходить митинги, встречающая сторона. Пройдут возложения на братских могилах, именно где большинство захоронены бойцы и командиры 101-й, 100-й стрелковой бригады. Это деревни Молодой Тут, Мишукова, ну и Зайцев, которых сейчас, правда, этих деревьев нету, но братские могилы стоят. 5 лет назад мы там установили поисковый отряд «Алия» и общественный фонд «Боевой брат», установили там памятные доски от воинов актюбинцев. Вот заедем на эти братские могилы, произведем возложение, поменем. Среди участников и восьмиклассник среднеродниковской школы Мартукского района Рамазан. Поездку он ждал долго и сейчас находится в предвкушении. Мы едем в Тверскую и Ржевскую область. Там будет очень интересно, мы будем посещать музеи, будет возложение венков, и нам будут рассказывать про историю 101-й, 100-й и 312-й стрелковой бригады «Операция Марс». Там очень будет интересно, нам обещают, что мы будем заезжать в многие музеи, будем общаться с большими людьми, будем обмениваться опытом. Я очень ждал эту поездку, еду первый раз, и думаю, что у нас все получится, все будет интересно, круто и клево. Помимо проводов, сегодня была вручена медаль Асылхану Хасанову, который финансирует 5 патриотических клубов в нашем городе. Медаль вручена за заслуги в военно-патриотическом воспитании молодежи. Ирина Ребикова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».